Всем привет, друзья, с вами Илья Карифан и Сергей из города... Москва. Вчера, или сегодня утром, но вчера ночью прибыл Женя, как его зовут, второго парня? Женя и Андрей. Два парня сорвались из Сакраменто, поехали в аэропорт Сан-Франциско, взяли человека и довезли его куда нужно. Сегодня он заселился в мой Airbnb, временно на неделю. За эту неделю вы должны найти машину, на которой можно было потом уберить или лифтовать. Да. Квартиру, желательно комнату. Он смотрит комнату в пределах 500 с чем-то баксов. И, ну, и друзей, и знакомых, и людей, которые подскажут. Сейчас он ищет, как открыть банк, куда съездить покушать. То есть человек просто приехал. Я сейчас улетаю на работу, я бы его повозил. Ну, добрые иммигранты у Дэйва здесь. Уже Илья появился, уже дело пошло. Кто-то свозит магазин, кто-то что-то. Какие ваши вообще желания? Что вы хотите? И по профессии вы кто были? Ну, я работал и в строительном бизнесе, и работал юристом. Ну, то есть могу чем угодно заниматься. Готов на любую работу. То есть работа – это необходимо? Жилье и машина? Да. Телефон уже, сим-карту я дал. Уже на связи в описании телефон Сергея. Вы можете звонить и предлагать свою помощь. Нет проблем. Я думаю... Не надо ни на кого надеяться, но если кто-то поможет, будет замечательно. Прекрасно. Добро пожаловать, Сергей. Увидимся, услышимся. Да, всем пока. Друзья, с вами Илья Карифан и Сергей из Москвы. Ровно неделю назад мы с ним сняли видео, он прилетел, нуждался во всем. Сегодня у него машина, clean title, есть жилье. В Розвилле. В самом крутом районе нашего города. Да. Все классно, осталось найти подработку и хороших друзей. Поэтому, если у вас есть, вы знаете, где можно подработать, вы открыты ко всему, да? Да. Любой вопрос решаем. И я сам могу помочь чем-то, так как юридически имею представление об этих ситуациях. Но в плане работы, конечно, мне самому сейчас нужна помощь. Поэтому, друзья, если вы знаете, кто-то ищет подработника или работника в разных сферах, я телефон скидываю Сергея внизу. Пишите, звоните, помогайте. Да, спасибо всем, кстати. И Илья особенно, потому что благодаря ему все здесь... Не, я тут ничего я не участвовал. Не, отлично, все. Любой телефон, уже все дело пошло. Все, успехов, радости, хорошей субботы. Удачи всем. И хорошего дождя.